Всем привет! Сегодня буду запекать ножки куриные с овощами в духовке. У меня ножки куриные, картошка, две головки чеснока, два помидора и фасоль. Зеленая стручковая тоненькая. Резаю картошку пополам. У меня картошка длинная, я резала ее вдоль и оставляла вот такими большими кусками. Чищу чеснок. Чеснок почистила. Теперь сделаю заправку. Мне нужна куркума. Чайная ложка куркумы. Чайная ложка соли. Чайная ложка. Я беру острые приправы. Все это заливаю растительным маслом. Перемешиваю свое масло и начинаю собирать форму, в которой буду запекать. Выкладываю картошку сюда. Выкладываю сюда чеснок. Стручковую фасоль. Теперь выкладываю курочку. Помидоры разрезаю пополам. Тоже выкладываю сюда, прикрывая фасоль, где она выглядывает, ну и куда можно засунуть помидоры. Все это смазываю оставшимся маслом, солью. Помидорки тоже мажу. Средний штрих, несколько долек лимона. Лимон я кладу не на все. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне в последнее время почему-то лимон очень нравится приготовленный. Именно с мясом. Он придает такой вкусный вкус. Убирает лишние запахи, делает нежным мясо. Поэтому с курицей тоже лимон. Все отправляю в духовку. Духовка у меня разогрета до 200 градусов. Форма у меня стеклянная, поэтому я ставлю на низ, потому что в стеклянной форме не горит. Пеклась моя курица. 40 минут. 40. Вот там, где лимончики лежат, корочка нежная. Там, где нет, прижаренная, румяненькая. Нам приятного аппетита. Нежная картошка, вся пропеклась, фасолечка готовая, не высохшая, нежная фасоль. И курочка. Нам приятного аппетита. Всем пока. До новых видео.